Видеообзор на системный блок Гейс. Вот, выпустили фурмар, может быть, 10,5 минут. Вот, максимально 79. Тут у нас идет. То есть она 77, 76, так вот колеблется. Периодически подскакивает до 79. FPS 168, AVG 236. Но видим то, что 360 Ti. Также отчет по AIDE. 3060 Ti 8-гиговая. 1 терабайт SSD-шник. Процессор Ryzen 5 5500. ГБ оперативы. Также вот CrystalDio запустили. Терабайт SSD. Техническое состояние хорошее. То есть работает у нас без нареканий. Быстренько, четенько. Вот это у нас выглядит. В довольно хорошем состоянии.